А Европа переживает нашествие опасных клещей из Африки. За неделю от их укусов пострадали 10 человек. Кровососущие паразиты в 4 раза крупнее обычных являются переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки, которая в 40% случаев приводит к летальному исходу. Рост числа паукообразных зафиксировали в этом месяце в Испании, Италии, Великобритании и еще 5 европейских странах. Ученые отмечают, клещей переносят животные, в основном кролики и зайцы. При этом вакцины от инфекционного заболевания не существует.